Привет, Мишутка! Привет! Всем привет, дорогие подписчики! Знаете, что мы с Мишей делаем? Покажи мне то, что мы сделали. Покажи то, что мама сделала. Мы делаем машины. Правда, Мишка филонит и пытается заставить меня делать машины. Не хочет сам лепить. Вот, такие вот машины получаются. Правда, почему-то у меня с разбитым стеклом. Вот такая вот формочка. Наборчики Мишки купила, но он заставляет меня лепить машину, ни в какую не хочет сам. Нужно вдавливать сюда пластилин, хорошо размятый, а потом цеплять глазки. Покажи глазки. Глазки покажи. Где глазки? Так ты возьми в ручки, покажи мне. Нет, вот эти вот глазки. Мы же их еще не прилепили. А на коробке была дополнительная поделка, и мы с Мишкой сделали вот такого полицейского. Смотрите. Это таксист? Саша сказал, что это таксист. Точно, это же таксист, а не полицейский. Это водитель, Миша. Он водитель, он возит всех на машинках. Показывай, что получилось. Я тут попутно слушаю канал, стрим, который прошел давно. Вот так, в общем, я залепила, я не знаю, правильно или нет. И получается, да, вот такая вот зеленая машина красивая. Да, сейчас мы будем ее выдавливать. Будем выдавливать, да? Вот что у нас получилось. Давай, Миш. Давай. Мама сегодня не успевает ничего сделать. Миша, он все пораскидал по полу. Убирать буду вечером. Мне сегодня еще на репетицию. Еще Миша там раскидал игрушки в той комнате. Туда даже страшно заходить. Будем убирать с девчонками. Раз глазик. И два глазика. Я занимаюсь сегодня переводами. Кушать готовлю, посуду мою. Сейчас вот горшочки поставили на вечер, чтобы Мише с папой было что кушать. Нам с Лизой нужно будет сейчас собраться и пойти на репетицию в школу для репетиции новогоднего спектакля. Сегодня у нас четверг, сегодня у нас репетиция новогоднего спектакля. Если кто не помнит, я бабка, а Лиза учительница английского. Вот. Так что пока я играю с Мишей, скоро начну краситься. Так что в процессе этого видео я преображусь. А еще я вам гружу наше вчерашнее видео, которое мы с Мишей, с Лизой снимали. Вот два видео. И смотрите, какая беда. Они грузятся очень медленно. Но у меня очень, видимо, тормозной компьютер или интернет. Я не знаю. Надо с этим что-то делать. Поставила премьеру вот этого видео на 4 часа, но уже 4:15. И оно еще не загрузилось. Вот сейчас я вам покажу. Время сейчас фокусируется. Да, показывай. Вы видите, 4:15. Так что, если кто видел премьеру, а я знаю, что ее видно на канале, что скоро премьера, и она не запустилась, это потому, что у меня очень медленно все грузится. Буду стараться заранее заливать, то есть ставить премьеру так, чтобы время было. Будет немножечко с опозданием видео, зато вы будете точно знать, когда будет премьера. А еще я сейчас буду пить кофе. Не знаю, как вы сегодня, но я сегодня просто сплю. Поэтому, наверное, медленно все движется, и Мишка успевает навести беспорядок. Привет, Лизавет! Привет! Рассказывай, зачем сегодня парадная форма нужна была? Чтобы фоткаться. Но Ольга Филипповна перепутала день. Должна была быть 19-го. Ну, Ольга Филипповна дает. 19-го. Вот так вот. А Миша, смотрите, Миша елку поставил. Миша, и ты зачем елку поставил? Не-не-не-не. Миша, не смешивай цвета. У тебя же второй есть. Ты смешиваешь цвета. Вот же второй, вот ты бросил. А? Бардак устроил? Миш, подымай! Лиза вовремя спасла. Лиза сейчас за Мишей немножечко подберет, пока я тут мазюкаюсь. Сейчас покажу вам себя. Лиза сказала, сейчас как намазюкаешься, будет очень красиво. А пока я похожа на альбиноса. Вот я замазала себе полностью черные круги. Сейчас буду тоналку наносить. Ну что, теперь я не похожа на белоглазую панду. Немножечко светленькая кажусь. Сейчас немножечко это все подправим. Чуть-чуть светлее кожа после тоналки у меня, поэтому я стараюсь им редко пользоваться. Потому что сейчас пока еще у меня кожа загорелая, поэтому немножечко несоответствие происходит. Белее кожа становится. Вообще, по-хорошему, надо иметь 3-4 тоналки с моей кожей, которая загорает на ура. Но, к сожалению, пока не могу себе такое позволить. Поэтому немножечко похожа сейчас на кукольную кожу. Напишите, как вам. Особенно те, кто красится дольше, чем я. Немножечко кривовато, конечно, все кривовато, неумело, но
С опытом, я думаю, придет и картинка будет лучше. Ладно, я готова, считайте, идти на репетицию. Что у нас осталось? 1:15 до репетиции остался. Так что пьем кофе, допиваем кофе. Убираем все. Лиза там с Мишей порядок наводит. Но я туда не пойду вам снимать, потому что там, когда я заходила, там такой бардак был. Вряд ли Лиза сейчас что-то уберет. Наткнулась на видео на канале Разоблачитель. Так, мимоходом скажу просто свое мнение. О, в очередной раз разоблачают блогера. И вот честно, вот, ну обычно как он, как бы он ищет, там информацию публикует, ладно, фиг с ним. Но вот так-то некрасиво взял, карикатуру нарисовал. Я понимаю, что подобные карикатуры рисуются и на политиков, и на прочее, но вот я бы не стала вот так вот делать. Мне кажется, это слишком. Разоблачитель, если вы увидите видео. Но это слишком, нельзя вот так. Какая бы она ни была, там, по вашим словам, там, обманщица, ни один человек, даже тот, кто обманывает, не достоин, чтобы его вот так изображали. Некрасиво. Неужели вам делать нечего, только ходить и их разоблачать? Вот реально. Может быть, у человека просто детей мало. Ему парочку своих детей завести, чтобы было чем заниматься, кроме... Я, если честно, сейчас вот мне кто... На мой канал пришел давно, скажут, вот, ты тоже снимала видео. Но я про нее, во-первых, снимала не разоблачительное видео, а я сначала сняла, потому что я на ее канал наткнулась и сняла, что там, когда у нее Анюта-то ушла из дома. Да, Лиза тут ничего не убрала. Сейчас быстренько надо будет убраться. А то совсем бардак тут. Так, в общем, отвлеклась. Когда Анюта ушла из дома, я в шоке была, потому что у меня-то, по сути, такого же возраста подросток, и высказала свое мнение. И давай мне там всякие эти разоблачения писать. Я сняла потом видео с... Ну, как бы, общалась с подписчиками на эту тему. А сейчас недавно я, короче, решила, что я все видео с такой тематикой удалю. Не нравится мне это. Не хочу на моем канале, чтобы приходили люди, которые ходят, кого-то разоблачают, обзывают. До сих пор, потому что приходилось, уже давным-давно видео прошли, уже давно как бы популярными не являются, а приходилось периодически, раз комментарий вылезает не в мой адрес, в ее адрес, что вот она такая-сякая, раз такая, да ну нафиг, не хочу я это чистить. Оно как бы в комментариях не показывается, у меня настроено там все, чтобы это все сразу падало на проверку, но мне-то приходится это читать, и неприятно, честно, ребят. Чего вы ходите всех ругаете? Плюньте вы на них, живите. Живите своими делами. Прекращайте их разоблачать. Хотя, если бы не было вас таких разоблачителей, наверное, не было бы программы «Мужское-женское», там, где скандальные ситуации разбирают. Так что, наверное, без этого тоже невозможно. Ну, в общем, короче, я поудаляла, и у меня теперь в самом популярном видео стоит песенка, которую мы с девчонками снимали на английском языке. Вот. Планирую еще парочку с детьми снять, типа клипов на песенки на английском языке. Надеюсь, что подписчики, которые русскоговорящие, тоже нас поддержат и посмотрят наши клипы. Мы будем стараться с детьми, очень-очень будем стараться. Например, хочу снять The Wilson The Bass и хочу снять Jingle Bells. Хотя, конечно, чтобы снять Jingle Bells, мне нужно сначала дождаться снега. Но когда будет снег... Когда у нас будет здесь снег, обязательно будем делать крыску, мышку из снега, лепить снеговичка и, расположив его на траве, снимать вам клип. Не пропустите, обязательно посмотрите. Иска, рассказывай, зачем ты напакостила в нашем доме? И что это? Вот большую, это не я напакостила. Это все для Лизы. Смотри, коты решили, что это для них. Кать, привет! Катя в два магазина съездила, нет хлеба нигде. Нет, в первом закрыт, во втором... Нам придется с тобой еще за хлебом заехать. Рассказывай, зачем тебе столько травы сухой? Ну, столько не надо, надо меньше. А зачем тогда просто папа принесли? Потому что я не знала, что папа мне принесет. Я пошла рвать. Ты расскажи подписчикам, зачем тебе это? Дом строить. Да, Лиза переезжает. Да. Картонный дом. Смотри, вот ему подходит. Мишка, покажись, нажми на ушко. Нажми, покажи лошадку. Это лошадка еще Лизина. Че, ты еще не хочешь? Там вот сюда надо. Молодец. Папа, оно опять не работает. А то я помню, как Мишка только лошадь начала ржать, надо, Мишка бежал. Надо починить. Нет.
В общем, лошадь готовится к поездке в школу, но, похоже, Миша не хочет нам ее отдавать. Мишка, дашь мне лошадь? А Лиза будет делать макет казачьей хаты, и мы вам его в этом видео покажем. Да. Вот так у нас в школе украсили на Новый год уже. Елочка. Лиза с лошадью. Вот это вот всегда. А? На каждый год так. Да, на каждый год так. Но я не снимала, поэтому хочу сейчас снять. И вот такие вот еще елочки у нас. Красивые подарки лежат. В общем, праздничная атмосфера во всем. Да, Лиза? Давай фотки сделаем. А? Наездник Лиза. Ну-ка, скачи сюда. Вам не холодно на лошади-то скакать? Да. Так, у меня голова от вас кружится. В общем, идем обратно к машине. Мы ее за школой поставили. А я камеру забыла, поэтому на телефон сейчас снимаю в темноте. Алиска с ума сходит после репетиции. Лизавета уже начала делать свою казачью хату, да? Да ты что делаешь? Я склеила домик. Лиз, а порядок на столе навести не пробовала? А? Развлекать его на него? Нет. Ты считаешь, что вот это порядок? Подписчики, вы считаете, что вот это порядок? Напишите Лизе, пожалуйста, что это не порядок. О, вот уже мимо компьютера накапало клеем. Ну ты чего? Лиз, ну нельзя так. Это повешать надо на место. Повешать. Теперь беспорядок на моей кровати наведет. Можно ватную получить? Можно, как только уберешь со стола. Вам не сейчас нужно, она сейчас вытечет. Значит, придется пользоваться пальцем. Лиза, придется. Я просила убрать со стола несколько раз. Причем обеих. И тебя я тоже просила. Стол чей? Тебе не стыдно? Ой. Катя вот сейчас тебе кровать заправляет. Просто не ей поменяй. Что было? А, сразу же на кресло. Ну и что? Это не повод ее рвать. Папа с Лизой смотри. Делают хатку. Лиза смотрела, да? Ну, красивая. Красота. Красота, мне тоже нравится. Сейчас Лиза будет соломку выкладывать с папой вместе? Или сама? Нет, сама. Ну, давай. Выложишь? Слушай, ты перед тем, как соломку выкладывать, ты закрась, пожалуйста, стены и нарисуй двери и окна. Сейчас заготов. Потом не сможешь. А Катюшка делает чай, да, Катюш? Миша мне тут праздничное настроение сделал, елочку поставил. Папа снова идет на помощь. Спасибо. По моей просьбе, чтобы Лиза быстрее это все делала. Я думаю, что надо еще режущую силу применить, иначе мы спать не ляжем до 12. Вот такой у Лизы уже домик. Сейчас она будет делать крышу. Надо много-много этих соломинок. Бардак она так и не убрала. Это Лиза. Не забудь мне вещи в стирку скинуть. В общем, бардак Лиза так и не убрала, она его только больше развела. Смотрите, Лиза делала поделку. Лизка, убирай ты, как спать-то будешь на соломе? Лиза дочитывает кубоноведение быстренько. Лиз, давай, убирай все. Со стола надо освободить, чтобы ноутбук ей вернуть. Вот этот весь мусор. Надо скинуть на пол и смести с пола. На полу тоже ужас-ужас. И вот что у Лизы получилось. Камень приклей. И у папы, и у мамы. Да, все вместе трудились. Кроме и папа, Миши, и мама. И даже мама уговорила папу на дерево. Вот, видите, дерево посадили. И Лиза уговорила на двух коней. Но мы рассчитываем, что кони не останутся в школе, они вернутся. И придумала мама вот такие вот цветы. Лиза их сделала прямо под окном. Это типа тюльпаны. Ну да. Да? А еще мне... Нормально, кстати. Саша, у нас тут сопли. Саш? У нас тут водичка течет. У нас тут водосток плохо сделан. Дождик подтекает. Возьмите... А завтра, кстати... Ватную диску или палочку убрали бы и все. Сосулька. Пускай будет. Смотри, сосулька. И цветы цветут. Цветы и сосулька? Креативненько. В общем, классно. Камень только приклей. Окей.
И все, и завтра Лиза будет это, относить это мне в школу. Мне своих лошадок. Да заберешь ты своих лошадок. Только умойся, пожалуйста, а то ты теперь зеленая. Зеленая. Здесь красный. Остался бардак. Я тоже все завтра буду убирать. Давай, освобождай мусор весь, убирай со стола, и будем ложиться спать, хорошо? Ну что, дорогие друзья, мы ложимся спать. Лиза, правда, еще не убрала бардак. Но сейчас она его уберет, и мы будем ложиться спать. Всем, кто ложится спать, спокойной ночи. И до встречи в следующем видео. Заходите завтра. Всем пока.